нашем докладе мы представляем новые сырьевые компоненты компании Kao Chemicals. Это европейский производитель персонактивных веществ, которые являются сырьевыми компонентами для производства кондиционеров для волос. Мне бы очень хотелось, чтобы наши клиенты, производители, украинские производители косметических средств, используя наши продукты, произвели великолепные товары, которые сделали бы наших женщин краше. Их волосы будут блестеть, прическа будет всегда держать форму. И чтобы они всегда оставались довольны этими товарами. Если говорить о новых ингредиентах, то вот сегодня здесь присутствуют представители европейских производителей сырьевых компонентов для косметических средств. Вот предлагается также кондиционирующая добавка, которая выдерживает до 5 моек головы шампунем волосами. И эффект кондиционера остается даже после 5-го раза мытья, после 5-го мытья волос шампунем. Мой сегодняшний доклад будет посвящен продуктам, которые используются в продуктах по уходу за волосами, кондиционирующим добавкам. Значит, здесь краткий план. Я представлю новый продукт компании Kao Chemicals. Мы рассмотрим этот продукт, его описание, его поведение в рецептурах. Итак, я даже не сомневаюсь, что практически все присутствующие в этом зале могут ответить, зачем нужны кондиционеры, зачем их используют. Прежде всего, это улучшение внешнего вида волос, улучшение расчесываемости, уменьшение спутываемости, вот, увеличение блеска волос, ощущение приятное на волосах и контроль разлетаемости. Кроме таких эстетических факторов, существуют и такие более прагматические, практические эффекты, причины использования кондиционеров. Это уменьшение действия внешних факторов. Это окружающая среда, химические факторы. Ну вот пример, как вот недавно у нас горела нефтебаза. Вот это было не очень приятно, в том числе и волосам. Вот, и механические факторы. Итак, давайте рассмотрим, ну, классическая схема, как работает кондиционер для волос. Значит, на волосах обычно находится отрицательный заряд, причем в местах повреждения волос это концентрация этого поверхностная концентрация отрицательного заряда, как правило, выше. Кондиционер обычно представляет собой заряженную молекулу с положительным зарядом, которая связывается электростатически с отрицательными зарядами на волосах, и гидрофобные концы как бы торчат наружу, защищая волос и придавая, ну, и меняя его свойства. И вторичный кондиционер, которым в данном случае выступает жирный спирт, который, ну, является практически всегда основным компонентом кондиционера для волос, встраивается между вот этими жирными хвостами, и таким образом волосу придаются те свойства, о которых мы только что говорили. Итак, обычный состав кондиционера для волос – это катионный ПАВ, жирный спирт и добавки. Функция катионного ПАВ – это кондиционирующий агент, контроль разлетаемости, эмульгатор. Ну и я бы еще сказал, это катионный ПАВ придает также и сенсорные некие характеристики волосам. Жирный спирт играет роль пережиривающего агента, также он отвечает за кондиционирование и контроль вязкости. Ну, конечно, кондиционер существует огромное множество, не только, скажем, по силе заряда, но также по природе. Это могут быть ПАВы, это могут быть полимеры, это могут быть силиконы. Но вот интересно то, что все-таки подавляющее большинство кондиционеров содержит ПАВы, то есть сурфактанты. Если рассмотреть группы ПАВ, которые используются в кондиционерах для волос, это четвертичные амины, так называемые алкилкваты, амидоамины и эстеркваты. Вот по использованию кондиционирующих агентов, наверное, четвертичные аммониевые основания, они занимают подавляющее большинство. Это процентов 80 всех ПАВ, которые используются в кондиционерах для волос. И значительно меньше амидоаминов и эстеркватов. И, ну, наверное, незаслуженно. Если мы оценим профиль кондиционирующих ПАВ, учитывая три фактора, то есть стоимость, эффективность и экотоксикологию, вот отложенная эффективность по оси Y, это чем, так сказать, выше, тем лучше,
экотоксикология, и размер шарика – это стоимость. И таким образом получается, что самые эффективные кондиционирующие добавки должны находиться вверху справа. Вот, видим, что вот амидоамины и эстеркваты, ну, более всего удовлетворяют этим требованиям. Итак, давайте поближе познакомимся с нашим продуктом, который мы здесь представляем. То есть мы уже посмотрели, что вот эстеркваты и амидоамины имеют наиболее оптимальное соотношение стоимости, эффективности и экотоксикологии. Значит, вот эстеркваты, у них очень хорошие, они хорошо уменьшают усилия при расчесывании. Амидоамины придают волосам хороший контроль разлетаемости и придают хорошие сенсорные свойства. Если мы возьмем комбинацию двух этих сурфактантов, мы можем получить, скажем, продукт, который будет комбинировать все эти три свойства. Ну и вот примеры, которые это подтверждают. Если мы возьмем эстеркват и амидоамин, усилия при расчесывании, здесь чем ниже показатель, тем лучше, на сухих и влажных волосах. Мы видим, что комбинация, она близка, в общем-то, к оптимальному показанию эстерквата. Если контроль разлетаемости, если смотреть контроль разлетаемости, то видно, что вот эстеркватов этот показатель не очень хороший. Здесь также, чем ниже показатель, тем лучше. У амидоаминов просто великолепный. И комбинация этих двух продуктов также обладает очень хорошим контролем разлетаемости. Таким образом, наш продукт – это комбинация двух поверхностно-активных веществ, которые представляют собой амидоамин, это бигенамидопропилдиметиламин, и эстеркват, дипальметаилгидроксиэтилмониуммоносульфат. Данный продукт также содержит жирный спирт, который, ну, является также практически в подавляющем большинстве рецептур, он туда входит в качестве вторичного кондиционера и пережиривающего агента. Ну и молочная кислота. Около 33% содержится в этом продукте катионных ПАВ, и порядка 65% это жирные спирты. Данный продукт комбинированный обладает рядом свойств, которые дают им некое преимущество. То есть это, извините за такое как бы корявое выражение, такой механический перевод, эко-френдли ингредиенты. И в результате они очень слабо воздействуют на окружающую среду. Данный продукт не содержит растворителей и является негорючим, что позволяет уменьшить транспортные расходы, и нет никаких ограничений при хранении. Продукт твердый, что дает преимущество некоторые при его использовании. И продукт этот два в одном. То есть вам не нужно искать жирный спирт, его держать на складе. То есть если у вас есть комбинация, по сути готовая база, то есть у вас улучшается логистика и экономия времени. Вот интересный рисунок, который показывает всем, кто занимался, кто видел, скажем, бочки с химической продукцией, которые показывают вот этикетки безопасности на данных продуктах. Вот четвертичное аммониевое основание, то здесь достаточно много этикеток предупреждающих. Это раздражение кожи, это угроза для глаз, угроза для водных организмов, угроза огнеопасные, горючие и так далее. Вы можете видеть, что у продукта Danox HC30 вот, есть только одна этикетка. Это возможное раздражение кожи и возможная угроза для глаз. То есть, если вы не будете втирать его в кожу и не сыпать друг другу в глаза, то все будет великолепно. Значит, теперь немного о продукте. Дозировка ее обычно от 2,5% до 12%, в зависимости от целевого назначения продукта. Самые простые кондиционеры для волос – это 2,5%, и дальше, чем вот более нагруженный продукт различными добавками, его использовать до 12%. Можно использовать больше 12%, но тогда, наверное, необходимо вводить гидротропы для того, чтобы разжижать его. Можно использовать меньше 2,5%, но тогда специально нужно его загущать. Как работать с данным продуктом? Точно так же, как и всеми другими кондиционерами. Возможно, несколько путей его использования. Один из них – это стандартный процесс. Вода нагревается до 75 градусов, добавляется жирная фаза, происходит процесс эмульгирования при
перемешивании, далее идет охлаждение до комнатной температуры и доведение pH. Можно жирную фазу расплавлять, вот, и туда же добавлять все добавки гидрофобные, все, то есть жировую фазу расплавляется, на расплавленном виде вводится воду, тоже предварительно нагретую, эмульгировать. Процесс эмульгирования, охлаждения и доведения pH. Есть еще один оригинальный метод, ну вот компания Kao Chemicals его рекомендует, я не знаю, насколько он практичен, это начинать работать с 50% воды. Вода подогревается до 75 градусов, половина, туда вводится жирная фаза, происходит процесс эмульгирования, потом добавляются остальные 25%, которые имеют температуру, ну, около 25 градусов. В этом случае вы экономите время и энергию, и уменьшается время охлаждения. Ну, затем доведение pH и все дальше точно так же. В данной презентации мы сравниваем этот продукт с классическими четвертичными аммониевыми основаниями, которые наиболее популярны в кондиционерах для волос. Это бикентримониум хлорид и цитримониум хлорид. На данном рисунке видно, что изучались кавказские волосы как наиболее, так сказать, непослушные влиянию кондиционеров, наиболее сложный тип волос. Вот, видно, что наш продукт Danox HC30 имеет характеристики относительно спутывания натуральных кавказских волос, ну, такие же, как и четвертичные аммониевые основания, наиболее популярные. Расчесывание. Тут чем меньше показатель, тем лучше. Расчесывание тоже, ну, на мой взгляд, это на уровне. Хотя здесь написано лучше, чем цитримониум хлорид, но, ну, наверное, немножко лучше. Вот. И особенно видны преимущества данного продукта при контроле разлетаемости. То есть видно, что Danox HC30 гораздо лучше контролирует разлетаемость волос, чем классические четвертичные аммониевые основания. Известно, что силиконы могут вызывать нестабильность при введении в рецептуру и понижать ее вязкость. Данный продукт стабилизирует рецептуру и предотвращает разжижение рецептуры. Ну, вот в данном рисунке видна база. Видна база. Вот, и добавили 1% диметикона. То есть вязкость уменьшилась, но несущественно, скажем, не критично для рецептуры. Здесь приведены рецептуры. Вы можете видеть, что, в общем-то, данный продукт может использоваться в любых рецептурах кондиционеров для волос, продуктов по уходу за волосами. Это и базовый основной кондиционер, и кондиционер для гладких волос, и питающий кондиционер, восстанавливающий кондиционер, маски для волос и рецептуры без силикона. Таким образом, суммируя, в данной презентации мы вам представили новый продукт, который достаточно, ну, имеет ряд преимуществ. Он твердый, то есть удобен для работы. Тут 100% активного, не огнеопасный, нет этикеток опасности для окружающей среды. Для производства он достаточно лег в обращении. Это комбинированный продукт, что удобно в работе. Просто диспергируется и позволяет получать кондиционеры в одну стадию. Ну а для потребителя важными являются его такие свойства, как отличное кондиционирование, прекрасный контроль разлетаемости и великолепное ощущение на волосах. Это первая часть нашего доклада. Да. И во второй части мы хотели бы вам представить тоже совершенно новый продукт, ну, который является тоже кондиционирующим агентом, но, в общем, скажем так, добавкой кондиционирующей. Значит, сразу познакомимся с этим продуктом. На мой взгляд, у него очень необычная структура, как для вторичного кондиционера, для жирных спиртов, которые используются, для силиконов. Это, в общем-то, полипропиленовый гликоль, каприлил эфир. То есть очень достаточно короткий алкил по сравнению с силиконами, с жирными спиртами. И он не заряженный, вот что интересно, растворяется в воде. Сразу хочу сказать, это огромное преимущество, потому что никаких проблем стабильности. При использовании его в шампунях можно просто получать прозрачные рецептуры. Ну, вот потребительские преимущества данного продукта. Он обладает высоким пенообразованием. Это важно для шампуней.
волосы при обработке данным продуктом достаточно послужны и сохраняется хороший объем. Волосы не скручиваются, блеск. Я бы хотел особо подчеркнуть, там будут рисунки, данный продукт существенно, я бы сказал, заметно повышает блеск волос. Причем ну, не так, как вот мы видели, там улучшение расчесываемости на 2-3%. Это существенно заметное увеличение блеска волос. Преимущество в рецептуре. Для шампуней нет проблем, чтобы получить прозрачную рецептуру. И данный продукт является альтернативой силиконам. То есть, ну, есть такие тренды, скажем так, не содержит силикона. И данный продукт придает кондиционеру для волос или шампуню такую структуру и поведение, напоминающее силиконы. В то же время, то есть можно либо уменьшить содержание силиконов, либо вообще обходиться без них. Ну, вот на данном рисунке была предпринята попытка оценить вторичные кондиционеры, добавки кондиционирующие по параметрам объема и податливости, простоты укладки и гладкости волос и податливости. То есть наиболее хорошие продукты, наиболее оптимальный профиль должны находиться, ну как вот в предыдущем презентации, должны находиться вот в этом квадрате, то есть именно справа вверху. Вот мы видим, что по сравнению простоты укладки и объема податливости наш продукт GP1, ну вообще-то лидер. Вот, наиболее оптимальное совпадение характеристик. И гладкость и податливость волос, то есть он на равных конкурирует с силиконами, то есть как с обычными диметиконами, так и с диметиконами. Итак, применение данного продукта. В шампунях. То есть внешний вид прозрачный. Вот внизу два рисуночка. В сравнении с силиконом понятно, что если вы используете силикон, вам необходим перламутр для того, чтобы скрыть эту мутность. Используя данный продукт Chaos of Care, никаких проблем, рецептура получается прозрачной. Тест на усилия при расчесывании. То есть классический тест для кондиционеров. Видно, что вот первый высокий график – это без кондиционера, то есть силиконы. И если вы уменьшите силиконы в два раза и добавите 0,2% добавки Chaos of Care, у вас результат будет не то, что точно такой же, как с 2% силикона, а он даже улучшится. Объем. Видно, что данный продукт сохраняет объем волос, причем даже без силиконов. Я вот сразу хочу, я говорила о увеличении блеска волос, и вот в этом увеличении есть, в общем-то, ну, такое, скажем, как научное объяснение. Просто данный продукт, он склеивает кутикулы, вот заметно здесь кутикулы до применения, вот, и после применения. Ну и контроль сравнения с 1% силикона. То есть кутикулы склеиваются, волос становится гладким, хорошо отражается свет, нет его рассеивания, и волосы имеют блестящий вид. То есть блестят больше. Данный рисунок демонстрирует, что данный продукт имеет хорошее пенообразование в шампунях. То есть вот обычный модельный кондиционирующий шампунь и шампунь с Chaos of Care GP1. То есть явно пены больше. Волосы легко укладываются в прическу, ровные. То есть видно точно так же модельный кондиционирующий шампунь. Ой, извините, тут, в общем-то, выделены места, где волосы гладкие. Но вот тут, не знаю, наверное, видно ли, но кончики торчат в разные стороны, чего не наблюдается, скажем, при использовании Chaos of Care GP1. Волосы довольно послушные, и возможно их даже укладывать просто руками. Но вот как делают кудряшки, когда волосы накручивают на палец, и данные волосы, данные кудряшки достаточно долго, легко формируется прическа, и довольно долго эта прическа сохраняется. Кондиционеры для волос. Ну, прежде всего, вот беда, например, силиконов, данный продукт не вызывает разжижения рецептуры. То есть по сравнению с самодиметиконом и диметиконом проблем с расширением. А, кстати, использую здесь диметиконы вот вязкостью 100, 1000 и 60 тысяч, довольно-таки вязкие. Вот видно, что рецептура не разжижается. Такой же тест на усилия по расчесыванию, ну, практически он повторяет тот же рисунок. Видно, что вот верхний рисунок
Так, еще раз. Верхний рисунок – это вот без кондиционирующих добавок. Потом вот 2% силикона кривая. И уменьшая содержание силикона в половину, то есть мы берем 1% силикона и 0,2% нашего продукта, эффект в принципе тот же. Тест на объем волос. То есть видно, что Chaos of Care в концентрации 1% в общем-то сохраняет объем волос. Блеск. Вот то, о чем я говорил. Ну, в принципе, видно, что вот при использовании силиконов, амадиметикон, диметикон и Chaos of Care 1%, то есть инструментально измеренный блеск, он существенный выше. И я вас уверяю, что это будет и заметно простому потребителю данного продукта. Как я уже говорил, эта добавка пригодна для замены силикона, но она также очень полезна при использовании, совместном использовании вместе с силиконами. Вот на данном рисунке приведен график силикона в рецептуре, вот на этой оси отложено, вот силиконы введенные, добавленные в рецептуру, и силиконы, которые остаются на волосах. То есть это, ну, тут приведен методика использования, то есть сперва мыли губы, волосы шампунем, затем экс-силиконы, которые остались после высыхания, экстрагировали органическим растворителем и измеряли, сколько там осталось силикона. Так вот интересно, если вы берете 1% силикона, у вас остается всего 0,1% его на волосах. То есть, по сути, в общем-то, 10%. Если вы уменьшаете количество силиконов 4 раза, ну вот 2% мы возьмем, это даже эффектнее, то где-то, ну, чуть больше 10% остается. Если вы возьмете 0,5% силикона и введете 1%, добавите нашего продукта, то количество силикона, которое остается на волосах, ну, повышается практически, ну, в полтора раза. То есть, уменьшая концентрацию силикона, вы увеличиваете его количество на волосах. Ну, еще несколько рисунков использования кондиционера. Вот сравнивается использование нашего продукта и диметикона. То есть видно, что в данном случае наблюдаются волнистые волосы с растрепанными кончиками. И в то же время, если мы берем наш Chaos of Care, то волосы гладкие и уложены, в общем-то, ровно от корней до самых кончиков. Ну и как бы выводы. То есть данный продукт – это кондиционирующий агент, который придает волосам прекрасный блеск, делает их податливыми и придает рецептуре силиконово-подобную структуру. То есть он является альтернативой силиконов, и в то же время он может и полезен для использования совместно с силиконами. Вот, имеет синергический эффект с растительными маслами, позволяет получать прозрачные шампуни. Вы знаете, мы эту презентацию представляли какое-то время, встречались с нашими коллегами из России, которые там продают этот продукт. В общем, там это, так сказать, последний такой, как это, вау-продукт, как вы говорили, потому что всем очень нравится, что никаких с ним нет проблем. Его добавил в рецептуру, у нас не меняется стабильность, не разжижается прозрачная рецептура. Вот. У нас уже есть тоже хорошие отзывы от наших клиентов, те, кто испытывали данный продукт, поэтому милости просим к нам. Это компания Бестерфельд Специал Химии, мы его имеем уже на складе. Вот. Все, благодарю за внимание.